держит руки багов. То есть он готов к тому, что Нурмагомедов может ударить, и может ударить очень прилично. Ну вот Олег Багов-то ловит Нурмагомедова на встречной атаке. Проходит в ноги, бросает, да, бросает, оказывается, сверху Олег Багов. И забирает ногу. Нет, не забирает ногу, ну, мог забрать, все-таки вырывается Олег Багов. Magomedov, though, is an absolutely ferocious guy.